Добрый день, дорогие друзья! С вами компания Агробиотехнология. Меня зовут Дарина, и сегодня мы поговорим о биопрепарате глиокладин. Глиокладин – это биопрепарат, созданный на основе полезного почвенного гриба триходерма. Его задача – эффективно защищать растения от корневых и прикорневых гнилей, особенно в рассадный период, а также при пикировке и пересадке взрослых растений. Препарат выпускается в двух сериях – цветочная и овощная. Однако, какую бы серию вы ни выбрали, вы можете применять препарат на любых культурах. В каждой упаковке вы найдете 2 пакетика по 50 таблеток и подробную инструкцию по применению препарата. На каждой коробочке вы увидите название препарата, количество упаковки, а также надпись, которая гласит, что препарат предназначен для применения на овощных, цветочных и плодово-ягодных культурах. Также на каждой упаковке есть вся необходимая информация, такая как номер свидетельства о государственной регистрации, адрес и место производства препарата, а также вы ознакомитесь со всей линейкой биопрепаратов компании Агробиотехнология. Еще на упаковке есть ссылка на наши соцсети, где мы выкладываем подробные ролики, а маленький QR-код приведет вас на страницу биопрепарата на нашем сайте, где вы увидите подробную инструкцию по применению и много чего интересного. Препаративная форма глиокладина – это нерастворимые в воде таблетки. Каждая таблетка вносится непосредственно вблизи корневой системы на глубину 2-3 см. Под воздействием почвенного раствора споры триходермы в таблетке глиокладина постепенно высвобождаются и начинают свою активную жизнедеятельность, окружают корневую систему растения, надежно защищая ее от болезнетворных микроорганизмов, предотвращая развитие корневых и прикорневых гнилей, а также черной ножки рассады. Применяется глиокладин на ранних стадиях развития растений, на рассаде. При каждой пикировке, пересадке растения применяйте глиокладин. Здесь нужно помнить, что одна таблетка глиокладина рассчитана на объем не более 500 мл. То есть, если вы возьмете горшок большего объема, 800 мл, литр и далее, просто умножайте количество таблеток, исходя из расчета. Одна таблетка на пол-литра субстрата. Друзья, глиокладин – это надежный помощник при выращивании рассады. Много лет уже большинство садоводов-огородников используют и применяют этот препарат у себя на участках, в нагрядках и огороде. Если вы его еще не пробовали, обязательно купите в магазине и попробуйте. Вы увидите, как скажется биопрепарат на развитие ваших растений. Желаем вам прекрасных урожаев и всего доброго!